Опять весна, опять цветы, и птичий гомон в небе раздается, а мы сюда, на бал приглашены. Четвертый класс с выпускниками расстается. И праздник радостный, веселый, но и немного грустный. Мы сейчас прощаемся с начальной школой. Не верится, что мы в последний раз пришли сегодня в наш любимый класс. Позади 4 учебных года, позади неудачи и трудности. А помните, как все начиналось? Какими робкими, несмелыми мы были, когда впервые пришли в школу. Вы помните желтую осень, когда мы пришли в первый класс? И первый звонок, колокольчик веселый для нас сегодня. Первый раз. На маму банды поправляли, слезинки роняя из глаз. А мы на отлично учиться мечтали, чтобы порадовать вас. Что за осень, жить на нем не очень просто, но при этом очень-очень увлекательно. Пожелать хотим мы сами праздник счастья для него. Очень любим мы его. Будем долго помнить вас. Не грустите же сейчас. Может, сколько нужно ласки и заботы, всех услышать, каждого понять. Благодарна и трудна работа, постоянно маму заменять. Давайте поздравим наших детей с их всего самым большим праздником. Начальная школа – это самый важный этап в жизни детей. Поэтому у них сегодня первый большой праздник. Награждается почетной грамотой Алексеева Алина, ученица 4 А класса, за отличные успехи в учебе и активное участие в общественной жизни школы. Ежедневно родная парта, стул, тетрадь, английский, русский, рисование. Смогли вы много рассказать. Мы с вами пели и читали, играя, выучили нас. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Все вы показали свои успехи, свое старание. Надеюсь и желаю вам сохранить оптимизм, хорошее настроение на дальнейшую школьную жизнь. За эти 4 года у нас было очень много интересного, веселого. Надеюсь, что ваша жизнь будет продолжаться так же. Счастливого вам пути! Она трудна, но без нее плохое было бы житье. Ни
отправить телеграмм, ни открытки не отправить, даже собственную маму с днем рождения не поздравить. Чтение – прекрасный урок, много полезного в каждый срок. Будь это стих или рассказ, вы учите их, они учат вас. Учи нас любить свой край и наблюдать природу, как всех зверей оберегать, беречь и лес, и воду. Учитель музыки вошел в просторный класс, и с музыкой дружно мы входим в класс. И бьются звуки чистые у нас, и мы поем все лучше, лучше с каждым годом. Что такое физкультура? Тренировка и игра. Что такое физкультура? Это физ и куль и ту и ра. Занимаясь этим делом, будешь ловким, сильным, смелым. Плюс хорошая фигура, вот что значит физкультура. Мама. В сентябре ух отправляли в школу мы своих ребят. Забота о наших детках, она помогает им развиваться, учиться новому, воспринимать этот окружающий мир через теплоту ваших рук, через теплоту вашего голоса. Мы вам очень благодарны. Отдохни от нас, милая школа. Мы вернемся к тебе в сентябре.